Ходячее молоко уже появилось в GTA 5 и начало свою охоту на людей, но ты, призрак, можешь убежать от него. Чтобы это сделать, ставь лайк под этим роликом в течение 3 секунд. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем охотиться на различных паранормальных существ в GTA 5. Совсем недавно я получил информацию о появлении в Лос-Антосе новых опасных монстров, с которыми мы с вами до этого ни разу не встречались. И сегодня нам предстоит отправиться в новое место, где мы постараемся наконец-таки разобраться, что же за монстры появились в GTA 5. Но перед тем, ребята, как мы с вами выдвинемся на эту спецоперацию, конечно же, хочу попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте прямо сейчас, вся семья призраков, делайте себе защиту от монстров. Для этого всего лишь ставьте лайкосик под этим роликом прямо сейчас. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, чтобы вступить в семью призраков, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Ну что ж, ребят, давайте-ка мы с вами уже будем потихонечку отправляться, а ехать нам сегодня нужно вот в эту часть города. И именно там я и получил первую информацию о том, что появились какие-то опасные и страшные монстры. Кстати, ребята, желаю всем приятного аппетита, кто сейчас кушает или попивает чаечек, обязательно рассказывайте, как у вас дела и чем вы занимаетесь. Ну, а чем занимаюсь я вот на своих выходных на этих, я рассказываю, в принципе, у себя в Инстаграме. Если ты на него, братишка, еще не подписан, то подписывайся обязательно прямо сейчас, потому что там постоянно много интересной информации, которую я выкладываю, стараюсь сделать это каждый день, снимаю различные истории, фоточки и прочее. Короче, обязательно подпишись, дружище, ссылочка находится в описании под этим роликом. Ну что ж, друзья, мы с вами уже давненько не находили каких-то новых монстров в GTA-шке, реально, мы с вами уже давно, наверное, недели две мы не находили каких-то прям действительно по-настоящему страшных и новеньких монстров. И вот сегодня, по всей видимости, мы наконец-таки, ребята, это сделаем. Блин, вот эта тачка, на которой мы сейчас едем, ребята, просто Бугатти, она такая офигенная. Вы просто посмотрите, как она круто едет. Салон тоже офигительно внутри выглядит. Посмотрите, какое качество, ребята. Просто офигенное качество. Разгоняется она, ну... Вы сами видите, просто моментально, оп, аккуратненько, аккуратненько, ребята, смог увернуться, неплохо, неплохо тачка управляется. Так, ну что ж, мы с вами уже, кстати, приехали. Ух ты, погода у нас резко испортилась, посмотрите, какой дождь начался прямо сейчас в городе. Не предвещает это ничего хорошего, ребята, на мой взгляд. Да здесь у нас кто-то стоит просто как зомби, нифига себе, не-не-не-не-не, не надо ко мне подходить, к моей машине. Так, и мы с вами, ребята, уже приехали на место, да. Это, ребята, дом Франклина. Именно здесь и были замечены первые признаки появления новых опасных существ в GTA. Давайте сейчас мы с вами в этом постараемся убедиться. Что-то паранормальное мы наверняка должны будем с вами заметить. Так. Ага. Погоди, это тетушка просто его кричит сейчас. Нифига себе. Так, ладно, давайте заходить. Оп, мы с вами внутри. Так, ладненько. Давай будем... Блин, чё это нафиг? Это чё, блин? Как она тут оказалась? Где она? Это что? Блин, это что за фигня такая? Ты посмотри просто. Какой-то монстр. Это он со мной, что ли, разговаривает? Офигеть, блин. Так, ребят, ну вы сами видите, что какая-то паранормальщина прямо сейчас здесь происходит. Так, ладно, давайте будем разбираться, что еще такого здесь можно заметить. О, чёрт. Там просто появилось кровище и прямо сейчас исчезло на наших глазах. Снова появилось. О, блин. А это что? Просто какие-то, я не знаю, морды тут? Как будто свинки какие-то, офигеть. Вы сами видите, какая паранормальщина здесь происходит. Мне сейчас показалось, как будто кто-то мою дверь держал и не давал мне выйти. Офигеть. Офигеть просто. Так, здесь вроде ничего такого у нас нету, ребята. Но давайте будем проходить дальше. Действительно, ребята, что-то здесь происходит. Вы сами прекрасно видите, это большое количество паранормальщины, которая собралась просто в одном доме. Это что, блин, за клоун такой вообще? Ничего, ребята, непонятно. Просто ничего непонятно. А зачем мне это? Вау, блин! Где я? Где я, блин? Что? Что там творится? Посмотри, там кто-то есть! Там, блин, кто-то есть! Офигеть! Ребята, мы с вами где-то оказались совсем одни. Это что за чувак ко мне просто бежит в маске в какой-то? Вот, блин! Походу, ребята,
Походу, мы здесь с вами сейчас застрянем. Надо его быстро убить, короче. Просто вот так вот валим его. Давай, 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 получай нафиг. Все, отлично, ребята, мы с вами завалили какого-то маньяка, что ли. И мы оказались среди какой-то листвы. Просто посмотрите на это. Это лес какой-то, офигеть, мы просто из дома сюда попали. Да, ребята, такого я здесь точно не ожидал увидеть. Как далеко мы с вами, ребята, находимся сейчас от города? И как я здесь оказался, я совершенно не понимаю, ребята. Ладно, надо бы отсюда, наверное, уходить. Ничего хорошего мы здесь с вами точно не сможем найти. Вот черт, блин. Здесь что-то есть. Так, ребята, мне надо бежать в ту сторону. Так, быстрее валим в сторону города, ребята. Какое-то существо прямо сейчас рядом с нами. Быстрее, ребята, быстрее бежим. Я хочу добраться до города. Этот дождь, он вообще не прекращается. Почему такой жесткий ливень сейчас на улице? Что за фигня у меня сзади? Вау! Это, блин, ребята, это ходячее молоко. Да ну нафиг! Он появился в GTA 5, ребята. Первый монстр Тревора Хендерсона прямо сейчас появился в GTA, ребята, на ваших глазах. Мы его нашли. А какие еще есть монстры Тревора Хендерсона просто в GTA-шке? Офигеть, блин! Вау, ребята, он очень мощный. Он меня просто бросает из стороны в сторону. Где ты, блин? Ходячее молоко. Вот он! Вау! Блин, нифига себе, он кидается. Отвали! Ух, капец! Это просто жесть! Вы посмотрите, какой он жуткий! Не-не-не! Ай! Отстань от меня, блин! Че он такой? Он капец быстрый какой и очень, ребята, сильный! Ух, капец! Реально, ребята, просто первый монстр Тревора Хендерсона! Ребята, прямо сейчас мы его отыскали! Я даже не думал, что они существуют, ребят! Мы с вами, да, находили здесь уже неоднократно SCP и прочих монстров, но еще ни разу мы не встречались с вами с монстрами Тревора Хендерсона. Ребята, все когда-то бывает в первый раз, можно сказать. Блин, офигенно. Там уже приехала полиция для того, чтобы мне помогать справиться с этим опаснейшим и страшным монстром. Давайте-ка вместе с ними постараемся соединиться. Вон, кажется, пролетела наша подмога, ребята. Полицейский просто сейчас полетел в нас. Ох ты, блин. Так, бегаем от него. Отстань, блин. Иди нафиг отсюда, ходячее молоко. Блин, капец. Он просто бегает за мной туда-сюда, туда-сюда. Иди, вот так вот тебе. Перелазай. Ох, не успел маленько. Маленько, ребята, не успел. Да, бывает, в принципе. О, это можно взорвать штуку, да? Взрывайся, блин. Да-да-да, вот так вот ему, блин. Прямо туда. Он как раз, ребята, здесь стоял, да? Да-да-да, вот он. Вау, жесть. Он очень жуткий. Ребята, вы просто посмотрите на этого монстра. Офигеть. Военные приехали уже, чтобы его зачищать. Ох, нифига, блин, он кидается тачками. Вот это я понимаю, ребята. Вот это реально монстр. Я даже не знаю, сможем ли мы с вами его выиграть, потому что он прям очень много дамага мне наносит. У меня уже почти половины здоровья нету. И он продолжает, ребята, наносить мне урон. А-а-а, блин, прямо на меня бежит, офигеть. Иди отсюда, ходячее молоко. Проваливай, блин, создание Тревора Хендерсона. Вот так вот, ребята. Я не могу встать, что? Все, встал. Офигеть, ребята, все, мы с вами с ним расправились. Посмотрите просто на этого опаснейшего SCP-шника, ребята. Ну, точнее, на монстра Тревора Хендерсона, да? Я их привык называть почему-то всех SCP-шниками. Не знаю, ребят, но я совершенно знаю, что это из другой у нас получается вселенной, да, этих монстров. Это не SCP. Но все равно, ребята, вы просто посмотрите на то, как он выглядит, какой это страшный монстр. И это был первый монстр Тревора Хендерсона, которого мы с вами отыскали в GTA 5. Короче, ребята, я так думаю, что в скором времени у нас с вами появится еще огромнейшее количество монстров Тревора Хендерсона в GTA-шке. Ну а вы пока что в комментариях, ребята, пишите под этим роликом, какого монстра Тревора Хендерсона вы хотите, чтобы я отыскал. Вот. Обязательно, ребята, напишите, я прочитаю все, да, и постараюсь отыскать этого монстра специально для вас. Ну а вам, друзья, я надеюсь, что этот ролик понравился, и если это так, не забудьте влепить прямо сейчас свой призрачный лайкос. Конечно же, подпишись на канал, дружище, если ты еще не в семье призраков. Ну и обязательно нажми на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым первым. Я думаю, тебе понравится, дружище. Ну что ж, желаю вам всем удачи, призраки, и до скорых-скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока.